Большая часть опрошенных нами регулярно откладывают деньги на отдых. Перспектива увидеть новые места и получить яркие впечатления мотивирует пермяков сэкономить на расходах. Чуть меньше треть опрошенных копят на новое жилье. Пятая часть респондентов откладывают на технику или мебель для дома. Из моей пенсии мне дети помогают. Но я путешествую. Вот на это и коплю. Сколько копится. Я откладываю понемножку и коплю в основном на какие-нибудь поездки. Вот. Ну, понемножку, ну, половина стипендии. Вот, и в принципе все. Простой человек среднестатистический со своей зарплаты много не накопит. Необходимо либо на высокооплачиваемой должности работать, либо искать креативный выход. Ну, становиться предпринимателем. Вот. Либо изобретать что-то полезное и за счет этого изобретения получать деньги. Мне такие известные случаи. Ну, я коплю на поездки. В целом определенную сумму каждый месяц откладываю. Ну и вот так скопилось чуть-чуть денег. Для того, чтобы накопить, нужно ежемесячно откладывать какую-то определенную сумму и очень хотеть этого сильно. Я пока еще не накопила, но очень стремлюсь. На поездку в Калининград. Наличные расходы, чтобы одежду покупать себе, чтобы не просить у родителей. Очень себя ограничиваю, чтобы накопить. Ни на что не коплю. Живем по средствам, как есть, на что денег хватает, а то и живем. Вот на отпуск была, в отпуск съездила, в отпуск. А сейчас будем копить дальше на что-нибудь.